сегодняшнем мы продолжаем родить игру под названием Forage. А вы скажете, что это за херня, какой черт у тебя 20 очков опыта и 121к денежек. А с деньгами все довольно просто, я стоял долго, нудно на этих банках, как вы видите. А денежка зарабатывается... Воу-воу. Довольно нормально. А второй вариант насчет... моей шкалы опыта. Она перестала работать. Как бы то ни было, она перестала работать. Объясню ситуацию. То есть, беру эфейку, да, или что-то другое делаю, там, допустим, копаю. Опыта мне не дается. Ну, как бы, он дается, но он не отображается. Так, кто-то хочет в комнату зайти. Ох, мой большой рыжий кошатяр. Да, игра не перестает меня удивлять. Просто новое за новым. Ну, также я некоторые вещи там попродавал. У меня, короче, нафармилось, пока я ждал Тодда. Так, черепа мы с вами тогда собрали. У меня есть кресты. У меня до хера эти, опять эти падают. Погнали, кресты, рыбку. Я, кажется, рыбку относил, да, уже? Не помню. Ладно, давайте сначала прокачаемся. Первое, что меня удивляет, это факт того, что нужно смотреть не на описание, а на картинку. По картинке угадываешь, что это. Магия, ладно, давайте стоять. Это, скорее всего, три выстрела, да, которые, говорится, делает. Ладно, давайте оборудование. Прокачаем сначала это. Ну, по идее, мне должно хватить на все. Так как у меня считается максимальный уровень. Я не знаю насчет сферы. Если я подберу сферу. Шанс заморозить врага. Второе дыхание. Так, призывы. Мне кажется, это как улучшает наши с вами эти, как они называются, места, но мы все равно все прокачаем. Призыв. Алтари заражаются вдвое быстрее, усиливается действие на 50 больше. А дольше. Трансмутация. Позволит котелкам превращать стали в самоцветы. Нихера себе. Ну, на самом деле, мы скоро с вами закончим игру. Как бы то ни было. Химия. Открывать зелье новичка. Он так и называется, зелье новичка. Свитки новичка. Открывает свитки новичка. Ну, видите, некоторые остались, которые были. Свитки эксперта. Так, подождите, а что у меня тогда? А, ну как раз, да, 5. Все правильно. И получается, нам осталось, у меня как раз деньги есть. Надеюсь, на все острова хватит. Если нет, то придется как обычным путем лечь спать, и пускай игра накапливает золотишко. И от банков у нас плюс будет наш прогресс. Ладненько, дальше что мы делаем? А дальше мы покупаем области. Если вы помните, мы с вами тогда открыли вот этот вот локацию. Так, еще тут что-то есть. Давайте я до конца куплю верх. О, сундучок. Там колоколы какие-то. Ой, а мне, слушайте, точно хватит? Надеюсь, хватит. О, вот это вот мне нужен алтарик. Я где-то видел, что он
Прикиньте, 120к не хватило мне. Это жесть. Так, у нас же с вами эти есть, точно. Нужно не забывать. Кузница, подожди. Сколько у меня ключей, во-первых? 4, а у меня еще 2 сферы есть. О-о-о. Меч друида я могу сделать. Но мне нужна копалка новая. А для копалки... Нам, ясное дело, так вам воду продам. Давайте я быстренько в этот забегаю. В музей. Ой, банкой, да, ломаю. Забегу сюда. И... Что так, охота мы сделали. Сюда. Крест. Крест ловится с воды, если что. В песках. Это, походу, из мертвых вод ловится, да? А это из зеленых. Я еще не ставил ловушки в этих... В светлых. Так, черепушка, ладно, полетели. Может, я еще что-то купить могу, какой-то остров. Ой, там еще наверху есть, ё-моё. Еще какая-то башня. Получается, у нас башня это с испытаниями, да? Мне интересует сейчас нижняя часть там с алтарем. И я, ребята, не зря прокачивал хпшку. Вообще не зря. И да, нужно светлячков половить. Кто, тут их нигде нету. Они ж ночью, да, появляются? Окей. Тыквы. Кости тоже денег стоят. Можно будет потом в данж сбегать. Так, хорошо. Ну блин, мне нужны светлячки все равно. Ой, так, одного я вижу. Надо осторожно, чтобы воды не чапнуть. Да и чтобы на меня эти не нагрелись. А ты как сюда попал? Да и меч нужно улучшать. Ах, елки-палки. Много всего нужно, и ей нужно принести будет деньги. У меня нет сил. Значит, надо попалывать. Давайте по-тихому. Блин, мне нужно... Хотя мы сейчас это как раз получим, о чем я сейчас подумал. А я сейчас подумал о помощнике. Который бы как раз вот этих демонов бы и убивал. Так, давайте построить промышленность. А, точно, у нас же улучшить всякие здесь фигулечки. Маяки здесь у нас. Тогда что мы делаем? Так, сначала, конечно, мост. Так, у нас там все достроено. Хорошо. Вот этот алтарь мне нужен. Сейчас вы узнаете, для чего он нужен. Так, выберите дар. Вы теряете одну макс здоровья, дает дроида... И гранаты. Безумие. Вы теряете 1 макс здоровья, повышается уровень 3 раза подряд. Ну, уровень, ребят, не забывайте, что у меня теперь макс. И он просто сломанный. Поэтому
Вау. Ну, будет. Обжорство. Вы теряете 1 макс, дают немного еды. Хамбургер. Рок. Вы теряете 1 макс, дает несколько демонических свитков магии. Испытание. Вы теряете призвать... Насколько сильных. Давайте попробуем. О, нихера. Это, знаете, чисто для фарма. Ну да, это чисто фарм. Много всего. Так, ну кажется, я отвлекся, да? Как говорят. Кажется, я отвлекся. Мои демонические друзья все поубегали. Люди немножко не тем, чем надо. Так, сейчас мы и грохнем его. Мне нужен светлячок. Один. Я хочу таких больше помощников. Ну, как раз для вот этого вот и нужен этот алтарь. А о чем я думаю? Какой светлячок, если сейчас... Ладно. Так, юз. ХП. Юз. ХП. Вот мне нужно роботы, да и нужно эти поставить. Помните, мы прокач... Ой-ой-ой, не тут бью. Постройки. Жезлы. Но мне нужны свитки. Да хотя у меня тут до хера этих. Монетки. Тю-тю-тюм, тю-тюм. Мне нужна кожа. Так, алтарь, алтарь, алтарь. Цветочек можно? Спасибо. Испытание. Алчность. Вы теряете или макс. Дает немного монет и самоцветов. Давайте, наверное, монеты самоцвета, да? А, ну каждого по 10. Гнев. Вы теряете навсегда увеличится урон. О. Дайте много еды. Еда. Гнев. Рок. Дайте несколько демонических свитков. Магия. Ну, давайте. Гнев. Обжорство. Тическое. Вытери один макс. Дайте несколько зелий. И давайте, я думаю, на этом я пока что остановлюсь. ХПшка мне всегда нужна будет. Кто его знает, что произойдет, так ведь? И как раз можно будет сейчас найти то, что мне нужно. Мне нужен светлячок. Все, я ваншочу. Создать.
Так, давайте теперь ботиночки, да? Мне еще кожу нужно посоздавать. Хлопок сейчас пускай создается. Королевская сталь. Да пускай, давай. Так, ну смотрите, моя способность открывать все, развихлять улучшилась. Что мы сейчас делаем? Я сейчас иду сюда, делаю обмен того, чего мне не нужно. Да. Давайте пока так сделаем. Зелье с собой. О, плащ и кирка. Так, здесь еще зелье. Ну, слушайте, хотя они 4, да, кажется, стоят. Где-то так в районе. В районе 400. У меня все забито. Так, где это? Алхимия. Давайте я еще тогда склад, да, сделаю. Кристальная кирка. Ненужные бабочки. Как раз 10 стали. Так, здесь черепа, здесь тоже черепа. А здесь много чего. Ладно. Пускай лопату херячит. Кошелек. Тут мне нужен пластик. Что у нас в магазине? Различные жидкости. Так, кожа 35, пускай делается. Так, так, так. Так, так. Сюда. Хаешки сюда же. Здесь мы что делаем? Продать. Блин, мне... Ладно, нужно место делать. Лопатка. Бум. Построить... Знаете, чтобы у меня место было. Где складики? Здесь складики. А, у меня стали нету. Печально. Сталь. Сталь. Сейчас и будет. Тут что у нас? Шашлычок. Ладно, давайте сюда стрелы. Кебаб я забираю. Кожа тут. Так, давайте хавчик забираем. Сюда сталь пускай идет. Так, так, так. Теперь мы идем в музей. Нет, вдруг пока что. Мы теперь идем в музей для того, чтобы хавчик позакидывать. Так, где мой хебаб? Вот хебаб. Так, мне, в принципе, пицца нужна. Блин, ну пойти, я не знаю. Хотя... Довольно много дает. Ладно, апельсинки я продам. Яйца тоже продам.
Давайте я хлеб, наверное, ставлю для печенья. Что самое меньше восстанавливает? Ну, давайте хлеб, да. Остальное все позакидываю, и нужно будет... Так, хлеб оставляем. Это вылажим. Так, теперь строим. Готово. Все, что мне и нужно, пускай летит сюда. Ой, тихо, сюда. Так, и бабы сюда же, сюда. Заполнено. Хорошо. Сюда. А хотя у меня рыба есть. Заполнено. Нифига, он у меня все собирает сам. Ну, в принципе, и погнали следовать дальше, все, что у нас есть. Так, ой, я могу тут землю еще купить. Так, ну чё, полетели. Давайте, я думаю, начнем с нижней части земель. Так, построить. Так, это мне... Мостик. Ля. Ля какой. Вот об этом я вот как раз и говорю. Так, построить. Фермерство. Поехали. Что здесь у нас? Галактика черепа. Это С огромной высоты мне падает не страшно. Но погибну все в воде, я не найду. Как мне это прочесть? Нежность с огромной высоты мне падения не страшны. Но погибель в своей... Погибель в своей я найду. Ладно. Тебе нормально то, что я тебя читать не могу? ГГ. ГГ! Норм сделано. Нормуль. Что мы... Так. Что мускулом и черем не под силом открыть, но мне вполне по зубам. Ну это ключ, понятное дело. Нежность взял смягченной кожу, силой дробит камень. Бумага. Живу, но не дышу, и холода как смерть. Я пью всегда, и жажды не знаю. Не знаю. С огромной высоты мне падения не страшны, но погибли свою в воде я найду. Скорее всего, огонь. Или что-то связано с огнем. Ладно, разберемся.
Это связано с огнем. Хорошо. Я понял теперь, в чем дело, что значит уклонение. Они не открываются. Окей, кто здесь у нас? А что с чатом? Не, ребят, игра полностью выделывается. Я теперь даже не могу посмотреть, что о чем они говорят. ГГ. Ну, единственное, что я вижу, это 100 костей. Единственное, что я понял. Разбить 100 могил. Ну что вы мне хотите тем сказать? Ну, пипец, игра сломалась жестко. Теперь даже диалогов нету. Да, классно. А как здорово, что ее ключ череп. Он теперь открывает бесплатно все эти. А, вы мне нравитесь? Останьте меня в покое. А, вы мне не нравитесь. Торговец. Продажа предметов не удваивается. Не. Ловкач удваивает скорость движения, удваивает скорость магии. Хм. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так, что у нас тут еще есть? Так, у нас там данж есть. Вот что у нас есть. И музыка появилась. Не понимаю. Странно, все это работает. Игра это. Строить мостик. Так, а куда я теперь иду? Да, мы держим путь. Здесь у нас данж. Так, я да понимаю. Я здесь все точно исследовал. Где нет? Что здесь у нас за остров? Так, это с алтарем там я был. Так, здесь я был, хорошо. Здесь я не был.
Купить, ферма, построить. Так, еда. Сейчас рыбки навернем. Понятно. Классненько. Не, а вот этот алтарь прикольный, типа. Прикольный алтарь. Все равно не понимаю, что с этим глазом делать. Скоро моя бесконечная компания закончится. Так, купить земли. Вот это да, с новым алтарем. А, вот сундук точно. И тут музей еще какой-то. Построить мост. А, мне еще бабочки, да, нужны? Древняя могила. Нифига себе. Так, ладно, что здесь? Сфера. В сферах это хорошо. Так, а давайте я сейчас, знаете, что сделаю? В магазине, я не знаю, сферы, по идее, продаются только у этого. Ой, как его зовут? Мужичка того. Так, давайте еще на колокола сходим. На колокола. И в это дальше забежим. Колокола и в данж. Так, поехали. Колокола. Ну, на самом деле, это легко. А, подожди, это средняя. Значит... Так, вернись. Нет. Может, наоборот нужно? Может, это высокая? Высокая, средняя, низкая. Не, подожди, подожди, наоборот. Раз. Это высокая, да? Высокая, низкая, средняя. Высокая, средняя, средняя, низкая, средняя. Высокая, средняя. Я не понимаю. Хорошо, давайте заново. Давай, вот это пускай высокая, да, будет? Но это, по идее, низкий звук. Давайте еще раз.
Все. Так, еще сфера. Отлично. Великолепно. Найс. Я еще археологический предмет нашел. Откуда у меня золотое яйцо? Нихера себе. Лабиринт черепа. Короче, ребят, у нас две еще локации. Именно локации и... Поэтому, что мы делаем с вами? Бежим к алтарю. Я юзаю. Я юзаю. Так, вспомнить, где он там находится. Да, кирка слабая. Помогай. Что я хотел? Мне нужно отхилиться. Сколько стоит? Съесть нельзя. Скушать нельзя. Две сферы юзаем. ХПшка, юз. ХПшка. Давай. Да уж. Да уж. Что, в принципе, давайте вернемся к домику своему и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.